Межсезонье – период сложный для здоровья. К тому же у многих людей сейчас время поста. За счет каких продуктов питания можно восполнить недостающие в этот период витамины и полезные микроэлементы? В этом случае рыба – неотъемлемый рацион домашнего меню. Вот только найти свежую и полезную рыбу непросто. Рыбная продукция из Камчатки в очередной раз становится спасением для горожан. Между прочим, они все дают на пробу. Буквально все. Белорыбица, нерка, чевыча, выловленные в камчатских водах, богаты полезными для организма микроэлементами. В фаворитах у большинства покупателей чевыча. Вкусная и полезная – вот главные критерии для покупателей. Я купила икру, купила чевычи слабосоленые. Первый раз здесь? Нет, я всегда хожу на их выставку. Очень вкусно и нравится. Хожу уже постоянно. У чевычи очень высокие кулинарные качества. В мясе этой рыбы много витаминов. Кроме витаминов, много в ней и нужных для человеческого организма микроэлементов – фтор, калий, магний, натрий, хром, кальций, цинк и многое другое. На 100 грамм мяса содержится до 20 граммов протеина. Есть в этом продукте омега-3, что тоже очень важно для человека. У чевычи легко усваивается как само мясо, так и икра рыбы. Мясо этой красной рыбы не жирное по сравнению с мясом других лососевых рыб, и поэтому легко усваивается. Очень хорошая, вкусная рыба. Нравится она мне по вкусу и всего. Если постоянно употреблять мясо чевычи, можно поддерживать сосуды в тонусе, снизить риск заболевания слабоумием, тромбозом, улучшится кровообращение, предупреждаются заболевания нервной системы, укрепляются кости. Поэтому рекомендуется употреблять мясо чевычи в больших количествах. Тем более, из этой красной рыбы можно приготовить столько вкуснейших блюд. А на выставке продажи возле торгового центра «Премьер» вы можете приобрести слабосоленую и копченую рыбку. Рыбу коптят на натуральных опилках – ольхи, вишни или яблони. Тем самым в ней сохраняются полезные кислоты омега-3 и витамины А, Д, Е, необходимые в пору весеннего авитаминоза. По соседству – искрящиеся зерна натуральной красной икры. Подобрать деликатес по вкусу горожане могут на выставке продажи икра и рыба «Камчатская» возле торгового центра «Премьер» до 1 апреля включительно.